Итак, ребята, пока Антон Савлепов не заметил, что я украл у него из сумки телефон, его вот этот вот старенький четверка, даже не S, а просто iPhone 4, такой толстый, лопнувший экран, но неважно, я вам покажу закулисье. Вот такой вот холл, где все участники регистрируются, распиваются, знакомятся друг с другом. Вот смотрите, камера! Он меня снимает. Вообще такая история. Здесь даже пишут интервью. Видите, сидит девочка, ее тоже снимает камера, у нее там спрашивают. Она с умным видом отвечает. Здесь очень много участников, посмотрите. Все готовятся, все переживают. Один я вообще такой на расслабоне хожу, ничего вообще не происходит. Я, правда, не понял еще, куда я попал. Смотрите, здесь регистрация. Здравствуйте, девочки. Зарегистрируйте меня, я участник из города Конотоп. Номерок, быстро, номерок, блатной три семерочки. Это моя знаменитая песня. Как видите, все очень веселые, все отзывчивые девочки, в всяком случае. Ой, я всего лишь 94 131 человек, осталось чуть-чуть, ребятки. Это... Зовут Арзумян Армен. А как Арзумян Армен? Перед вами я Арзумян Армен, мне 37 лет. Мне 37 лет, всего лишь, ну, практически мой возраст, на 5 лет меньше. Так, вот смотрите, что вам еще показать. Номерок не отдам. Смотрите, вот здесь люди есть. Здрасте. Ну, вы прямо почувствовали. Я почувствовал. Я иду и вы чувствую. Вы почувствовали, что я с вами подорожую. Так, земно? Где вы были? Рассказывайте. Всі програми ваші дивились. Всі програми дивились. Поки що з вами подорожую. Дякую. Ну, зараз будете дивитися інші програми. Я знаю. Ви будете співати сьогодні? Так. Добре? Я постараюся. Я впевнений, що добре. Ну так, звісно, як я, але я думаю, що все буде добре. Все, чисти. Давайте. Слушайте, вот все участники такие, они переживают, они думают, они на меня смотрят, что происходит, вообще непонятно. Ребята, в общем, Савлепов начинает уже переживать, пойду верну его телефон, я буду периодически выходить вот сюда на связь к вам, держать вас в курсе происходящего. Пока.